Часть вторая. Разрушение игроков Сербака. Тихо, тихо, тихо. Да я себе настрою сначала хотя бы гравитацию. Ой. Кажется, я качусь. Где наш любимый Вот. хомяк? Там далеко он ушел. А, он сказал, играйте сами, я отключился. Да? Да. Как всегда. Как всегда. Всё. А, он тоже подключился. Давай на заправку. А хотя я сейчас езжу. Я чувака подпалил. Валим оттуда, валим, валим, валим. Наши ники, походу, засекли. А? Наши ники, наверное, походу, засекли. Или мы просто этих ранили. Я на авианосец, если что, давай. Если что, подъезжай. Ты там стоять будешь или что? Нет, я буду там заправляться. Обычно буду стоять, да. Но мне нужно заправиться. Ну, вы где, дед? Ну, для авианосца. Он нашел настройки, походу. Да что он тогда... Я взорвался. А хотя я же их сохранил, блин, что я не прям... Так, телепорт. Миша киллер. Функции, экспорт. Слушай, я сохраню. А вот и Даня, ну давай, покажи, что ты настроил. Я ничего не настраивал пока. Так а что ты, где девочки? Просто, чтобы меня потаранили. Вы же девочки, да? Ну да, подожди, где Миха? Телепорт. Миша киллер. Вот он. О, остановись, да, я как раз сейчас покажу на этой... Вот тут я и взорвался. Блин, зараза, опять, на этой же заправке. Это проклятая заправка. Отвечала. Так, тормоза настроили. Дизель. Если нас все видели бы, что само сейчас творится. Бензин. Получить. О, подожди, как поставить эту? А, вот настройки. Загрузить. Вот. Загрузить. Видели бы вы мою сейчас машину вы? Так, давай, Миха. Заправляемся. Кто там тут? Я уже заправился. Подожди. Вы едете, Жень? О, все, я настроил. Девчонки, смотри, стандартная скорость. Девчонки. Ой. Стандартная такая, 600. Не, назад такой, оп, 14 километров в час с места. А можно? О, да! Ничего себе. Ну вы где? Смотри, оп, и резко. Вот а у меня я, сразу как? Задний тормоз рубается. Да? Да, смотри. А ты с ручника? Нет, смотри. Оп, я без ручника. Блин! Вылетел. Я без ручника. Получается, ты просто едешь прямо. Ну вы где? Да. Ну смотри. Это авианосец, что ты хочешь? Ну вы едете на. Летал? Ну выходи. Давай к нему, что он там фигней страдает. А давай выходить в машину. На зоне типа. Типа девочки, девочки. Ну давай, выходи. Я тебе не говорил. Давай, выходи, Дань. Что выходи? Сам телепортируйся. Нет проблем. Где он там? Че нафиг? Привет, Дань. Ты что-то хотел от нас? Куда ты там поехал? Друг, ты что, гонишь? По-моему, у меня джип, но он не может по горам ездить. А, поделали, да? Нет, в принципе, я же, у меня же тормоза, дорогие друг, ты что, гонишь? Ну, привет, девочки. Вот мы тебя и догнали. Догнали толку. Вывод то, что вы меня догнали, какой? То, что вы девочки. Да, ехать не можешь. Ты сказал, вот тарани тебя, да? Да ты меня попасть даже не можешь по мне. Да, да, да. Ой, попал. Ой, попал. Ой, моя бабушка, я то сильно. Как, едешь? Думала, я вижу, едешь. А что такое? Хорош, Миха. Ты меня, конечно, немного перевернул, но ничего, это его... Справлюсь. С чем? С нашими тормозами? Ой, я забыл себе эту поставить. Гравитацию. Гравитация. Все, не важно. Где там Даня? Я его через кусты просто не вижу. Меня к земле тянет, когда гравитацию поставил. Да. Зараз.
Ну, удачи. Да, удачи, приземлиться. Давай его поднимем, следим, чтобы он летел. Я, по-моему, улетел. Лети! Пока! Улетел! Пока! Он сейчас тут где-то приземлится, не ссы. Блин, он перелетит! Пока, пацаны! Да вот мы уже возле тебя, какая разница? А что такое, я лечу? И что, ты уже приземляешься? Нет, наоборот, взлетаю! Нет! Да! О, давай на этих, на солнечной батарее подпрыгнем. Ой, подожди. Я что-то перевернулся, не малеха. Один мальчик тут упал, я вижу. На землю прилетел Лунтик. Лунтик прилетел на землю. Сам не долетел. Так, давай, Миха, иди. А, вот их. Дай, стой, Миха. А ну, дай сюда, подожди. Я не могу, я что-то настрою. Давай сюда, дай сюда, подожди. Ой, я забыл ее закрыть. И с кем поменять. Сейчас. Что такое? Сейчас я тебе покажу, подожди. А, понятно, друг другу вы говорите. Я ничего не делаю. Да. Честно. Сейчас такое, Даня, летит сверху. Пробиться к твоему люку как-то можно. Никак. Сусика. Она была открыта просто. Фак, сволочь, ты меня дуришь? Твою мать. Она была просто открыта, понимаешь? Понимаю. А где наш там Даня? Где он там летает? А, он уже уехал куда-то. А, он вышел. Да? Да. А, тайм-аут. Так, вот смотри. А? На вокзал что? Опять. Где там? Что-то есть там? Да, да, хрена народу. О, блин, да помню. Как вы такие там настройки сделали? Стой. Просто испытываем. Где? А, вот, я уже все. Ого, где? Чувак, мне сейчас все. Нету. А, нет, одна это одно деление. Чувак, где мне это быстро, срочно? А, вот она. Поменяй тачку. Заправка, где-где-где. Вот она. Вашу мать, ребят, я при админе. В японский бог. Как мне от него уехать теперь? Все, сука, меня кикнули. Опять? Да, я при админе. Ты 90 е портинг. 26 рэг. Да, я знаю. Вот он. Понял. У меня начало зависать, я ухожу от удара одной машины, в другую врезаюсь и ухожу еще от админа. Да? Да. И это все при лагах. Я уже тут просто боюсь. Тут два? Там один. Админа, что ли? Там один. Нет, тут два одинаковых. Я всегда кикнули. Нет. Я уже захожу. А ты заходишь, Мих? Да. Какая резкая. Надо что-то еще тут проэкспериментировать. Лев перед Джо. Вот тут какой-то еще лошара стоит на приоре. Опять админ, да? Это не лошара. Нет. Ну смотри, меня уже два раза слили. Да? Да. Он любит тазы, да, вот этот дебил. Я знаю. Как вообще люди любят тазы? Это же старые гидрандулеты, которые распадаются на глазах. А ну сейчас... как можно сделать, чувак? Чувак, мне 500, 420. 420, 500, 500. Офигеть, я еду 500 км в час. Я в шоке. Это много. Ну ты даже такую машину не настроишь. Сейчас, подожди. Уверен? Конечно, блин, друг другу подавали настройки. Эх, Даня. Да. Ты что уже, Миха, просрал их? Культурно. Ты не сохранил или сохранял? Это мы сейчас узнаем. Понял, меня тут голая тетка спрашивает в маске, хочешь проблем? Это бандики. На вокзале?
Нет, это бандикиллер был. Партизан, партизан. А, стой, да выйти. Тормози, сволочь. Я даже столб не сбил. Мастер, ё? А меня сбил. Сейчас. А ну давай проверим тебя на прочность. Подожди, смотри. Короче, не двигайся, тупо не двигайся с места. Не садись в тачку. Хорошо. Зараза. Машина, машина. Ты на этой будешь? Нет, я тут смотрю, что тут еще есть за херня. О господи, это что? Это Nissan Drift. Это бродяга. О, вообще. Твою мать. Сейчас, стой, 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 стой. Я что, вообще не могу никуда сесть? Тебе запретили садиться за руль. Да ну. А? Мы с тобой договаривались. Прикинь. Что такое? Я не могу сесть. За руль? Да. За руль не могу что? Сесть? А, это карта. Бредятина какая-то. На этой штуке я забил Даню. Кстати, а ну сейчас на картинке попробую. А, даже бредятина, зачем? Да не, я именно хочу попробовать, какая скорость на нее будет. Так, создать. Ребята! Вот карта. Ладно, я уже закончу это видео, ну его нафиг. Смысла от меня нет. Загрузки. Загрузки. Загрузки.